Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Рада вас приветствовать в своем новом видео. Сегодня планирую заниматься домашними делами и с удовольствием делюсь с вами мотивацией. Вышла в сад, буду сейчас развешивать белье, закончилась у меня стирка и решила попробовать развесить одежду на вешалках. Хотела посмотреть, в каком состоянии она высохнет, ну и как вообще нужно будет такую одежду гладить или нет. В общем, хотела я попробовать. И мне очень понравилось, сразу вам хочу сказать, когда белье высохло, ну вот действительно, можно убирать в шкаф. Футболки, так точно, какие-то водолазки, рубашки, если надо, чтобы они прям, знаете, такие были хрустящие, наглаженные, то, конечно, их можно погладить, блузы, возможно, где-то отпарить. Ну, а так, повседневная одежда вообще супер высохла, мне очень понравилось, обязательно буду дальше использовать такой метод. Я тут вот, видите, развешиваю, пока еще не приспособилась, не понимала, где по высоте будет удобно повесить вешалки. Но метод однозначно рабочий, и можно им пользоваться. Если есть какая-то штанга, то на нее можно сразу повесить вешалки. Они займут мало места, и потом прямо на этих вешалках можно убрать одежду в шкаф. Это очень и очень удобно, и очень классно. У меня здесь обычная сушилка, я на нее как раз-таки повесила блузки дочек, футболки мужа. И деревянная сушилка, я ее использую для сушки, там, допустим, на улице, нижнее белье посушить, какую-то Машину одежду небольшого размера. Она очень удобна для этого. Свою сушилку я приобретала в IKEA уже много лет назад, но сейчас очень много аналогов, можно посмотреть на маркетплейсах. Деревянная напольная сушилка, и 100% найдете абсолютно аналогичные модели. Делитесь, кстати, в комментариях, как вы сушите белье, гладите ли вы его. Возможно, вы вообще пользуетесь таким методом давно, и он вам очень нравится. Самое главное, достать белье сразу после окончания стирки, да, чтобы оно там не мялось, и сразу развесить. Тогда вот действительно можно одежду не гладить и сразу отправить в шкаф. Сейчас нужно разложить покупки, убрать все по местам и провести кухню в порядок. На столешнице осталась вафельница, с утра пекла вафли из кабачка. Это, кстати, вообще у нас хит. Последний месяц я, мне кажется, через день пеку эти вафли. Маша очень любит такие вафли. Я, естественно, ей туда ничего не добавляю, там соль, специи, просто кабачок, яйцо, мука. Муку могу добавить цельнозерновую, могу добавить и зеленой гречки, в общем, по-разному экспериментирую, но ей тоже очень нравится. Ну и кабачки сейчас, мне кажется, сезон делать разные запеканки, пироги, вот такие вот вафли, очень удобно и очень классно. То есть я беру большой кабачок, сразу его натираю, и вот у меня и девчонки старшие тоже любят вафли вот из кабачка, очень классно на завтрак или на перекус, ну и плюс быстро. Ну и со столешницы нужно убрать покупки, все разложить по своим местам. Сегодня в ящиках порядок я не буду наводить, хотя ящик с крупами требует внимания, нужно там все разложить по местам. Ящик, где у меня хранятся формы, тоже там дети недавно пекли печенье, все перевернули, там тоже нужно наводить порядок, но думаю, займусь этим на следующей неделе. Сегодня хочу освободить столешницу, помыть столешницу, помыть все, что находится на столе. Ну, в общем, привести кухню в порядок и, самое главное, почистить фасады. Я думаю, вы заметили, что им требуется чистка, помыть холодильник, духовку, микроволновку, в общем, все это протереть, потому что у нас отпечатки пальцев очень быстро остаются, особенно на холодильнике, и протирать его желательно каждый день.
наполнила салфетницы. Ну, в принципе, эта столешница у меня практически свободна. Я сейчас буду ее мыть. Использую для этого средство от Bio Mio. Мне оно очень понравилось. Понравилось мне особенно, как оно ухаживает за моими деревянными фасадами. Потому что на кухне деревянные фасады. И вот знаете, это средство как будто бы даже улучшает цвет, как будто бы фасады становятся такие пропитанные маслом, что ли. Ну не знаю, вот совершенно другая фактура у дерева. То есть дерево выглядит совершенно иначе. Вот как будто прям его только-только купили, эти кухонные фасады деревянные. Но действительно очень здорово выглядит. Поэтому если у вас на кухне тоже деревянные фасады, я очень вам рекомендую присмотреться к этому средству. Ну а сейчас буду убирать все со столешницы, протирать, помою чайник, помою тостер, помою за кофемашиной, протру саму столешницу, фартук и буду уже возвращать все на свои места. Да, это средство, оно пенится и требует смывания, поэтому я его смываю. Не всегда в кадр попадает момент, знаете, что я там смыла что-то или прополоскала тряпочку и смыла 10 раз, потому что, ну, все это занимает время. Ну, естественно, хочется в видео оставлять только моменты, которые действительно мотивируют, а не то, как ты там споласкиваешь тряпочку. Поэтому такие вещи остаются чаще всего за кадром. Возвращаю баночки, которые у меня здесь стоят. Здесь у нас хранится обычный сахар и кусковой сахар. Вот кусковой сахар как раз закончился, я буду наполнять эту баночку, протираю ее. Всегда вопросы, когда вы видите эти баночки, что за производители, где приобрести. Я не нахожу уже в интернете эти баночки. Бренд называется T&G. Можете поискать, коллекция называется Pride of Place. Может быть, что-то найдете. Видела на остатках, но в совершенно других цветах. Вот, и как-то в единичном количестве где-то что-то, в общем, мелькало. Возможно, можете сделать скриншот и найти, возможно, какие-то, ну, знаете, аналогичные баночки. Сейчас на маркетплейсах есть поиск по фотографиям. Вот, в общем, делайте скрины, и я думаю, и маркетплейсы там, и браузер предложит вам что-то аналогичное, а может быть, найдет и эти баночки.
Сейчас буду мыть фасады, сначала с одной стороны, потом с другой. Я наношу средство, потом влажной тряпочкой все это смываю и затем насухо протираю сухой салфеткой. Вот так, в общем, я действую и очень нравится, в каком состоянии фасады остаются после использования данного средства. Также сейчас протру холодильник и микроволновку с этой стороны, тоже замечательно справляется, все остается чистым и без разводов. Но самое главное, это делать очень быстро. После стирки нужно отпарить школьные блузы. Потихонечку готовимся к 1 сентября, и мне будет в этом помогать Steam Cube. Вот такая стильная гладильная система. Посмотрите, насколько невероятно она выглядит, очень красивая, лаконичная, и не побоюсь, даже просто украсит ваш интерьер. Здесь есть все для красивого ухода за вашим гардеробом. Разные режимы, которые мы выбираем в зависимости от типа ткани. Я сегодня вам покажу, как эта гладильная система работает на льняных вещах, хлопковой и вискозной блузе. Кстати, вот такой паровой утюжок очень легкий. Вы видели, что на корпусе находится кнопочка. В процессе использования очень комфортно ее удерживать, вы этого даже не замечаете. Вот так мы отпарили льняные шорты, и сейчас у нас будет хлопковая блуза. Очень важно вот этот вот утюжок паровой плотно прижимать к ткани. Паровой утюжок великолепно работает без потери мощности и в вертикальном положении, и в горизонтальном. То есть вы можете им пользоваться как паровым обычным утюгом на своей гладильной доске. Да, она не идет в комплекте, но я думаю, практически у каждой хозяйки есть гладильная доска, ну или можно воспользоваться, например, кроватью. Хлопковая блуза также готова, и сейчас будем отпаривать тонкую вискозную блузочку. Просто на глазах все складочки у нас расправляются. Ну и посмотрите, сколько аксессуаров. Это вешалка для брюк и обычная вешалка. Все это поворачивается, щеточка. В общем, предусмотрено все для комфортного использования гладильной системы Steam Cube. Есть система антикальк, поэтому можно использовать и обычную воду, а сама гладильная система разогревается всего за 90 секунд. С таким красивым помощником я абсолютно уверена, что глажка превратится в удовольствие. Ссылочку на гладильную систему Steam Cube, а также мой промокод на скидку ищите в описании под видео.
Девочки, я перехожу на противоположную сторону кухни и буду мыть сейчас плиту и вот эту зону рядом с плитой. Здесь у меня стоит растительное масло разное и также баночка с солью, специи для супа, лавровый лист, чечевица, маленькие звездочки макароны, которые я добавляю в суп, и паста. В общем-то, все то, чем пользуюсь на регулярной основе. Если спросите, зачем использую средства, на самом деле можно протереть и просто влажной тряпочкой, потому что здесь нет какого-то там жира особого. Я стараюсь, когда готовлю, сразу после готовки или прямо в процессе приготовления, если есть какие-то брызги, все за собой убрать. Вот. Но все равно время от времени использую средства. Вот сейчас, допустим, чистила фасады, ну и, соответственно, с этим средством решила почистить и все, что находится на столешнице. У меня очень много на кухне деревянных изделий. Это и доски, и разные подносы, и крышки от баночек. За деревом нужно ухаживать, поэтому надо мне как-то найти время, чтобы все это пропитать маслом. Потому что если не ухаживать, то, соответственно, выглядит это все очень неопрятно со временем и некрасиво. Сейчас буду мыть плиту, опять же использую средства от BioMio. Если есть какой-то нагар или жирные какие-то пятна, такие засохшие, то могу использовать средства от BioMio или от Wonderlab, или я уж забыла какую там, ну, в общем, любой жироудалитель, они хорошо растворяют жир, хорошо убирают нагар, вот. Но чаще всего я пользуюсь вот либо этим средством, либо средством для мытья посуды, и все отходит. Также иногда могу поставить решетки, помыться в посудомоечной машине. Тоже, в общем-то, хорошо отмывает и позволяет поддерживать решетки в хорошем состоянии. Ну и мне остается сейчас только помыть раковину и протереть вот эту рабочую зону, где чаще всего я и готовлю, нарезаю все. Здесь у меня специи стоят, нужно поднять доски, протереть. Кстати, ну конечно же будут вопросы и комментарии, что зачем это все выставлено на рабочую поверхность, это неудобно, это пыль. Ну, как бы, знаете, на вкус и цвет фломастеры разные. Мне так красиво, мне так удобно, мне так нравится готовить. Вот. Для кого-то это, наоборот, раздражающий фактор. Делайте, как вам нравится. Я же не у вас дома пришла и вот это все поставила, и чтобы вам мешалось. Вот. Поэтому относитесь, мне кажется, спокойнее. Ну, кому-то так нравится, кому-то нравится иначе, и истины нет. Каждый делает и живет так, как ему комфортно.
А я приехала в магазин Кюхенленд, решила прогуляться, посмотреть, какая здесь представлена новая осенняя коллекция, ну и заодно поснимать вам. Коллекция в разных цветах, есть и светлые тыквы, бордовые, зеленые, в таких натуральных оттенках, оранжевые. В общем, на любой вкус. Ну, можете сами посмотреть. Специально поснимала, потому что не в каждом городе есть этот магазин, кто-то заказывает на маркетплейсах, ну и просто вы любите подобного плана обзоры, просите делиться, когда я хожу в магазин, поэтому с удовольствием снимаю и для вас. То, что приобрела сама в Кюхенленд, я вам покажу в следующем видео. От себя могу сказать, что, ну, мне кажется, коллекция уже так повторяется из года в год. В этом году, мне кажется, много ежиков, белочек, побольше какой-то натуральной цветовой гаммы, не такие ярко-оранжевые тыквы. Есть красивые формы для запекания, для подачи блюд, тоже в такой вот осенней тематике, разные желуди, листочки. Но, мне кажется, это опять же не под каждый интерьер, не в каждый дом, не в каждую квартиру, вот. Нужно приходить, смотреть, нравится вам это или нет. Мне вот очень нравится в магазине посмотреть на этих милых ежиков, белочек. Но вот как-то у себя дома я такое пока вот не вижу. Не знаю, и ничего оранжевого я тоже не покупала. В принципе, осенний декор можно создать и вот своими руками, поставить какую-то плетеную корзину, положить туда тыквы, может быть, какие-то маленькие, положить красные яблоки, еще что-то. Вот вам, собственно говоря, и уже осенняя атмосфера дома. В принципе, в Кюхенленд все красиво, но можно и поискать многие позиции просто на маркетплейсах, вот, за гораздо меньшие деньги. А так зайти, посмотреть, вдохновиться, какой-то вот такой уже осенней атмосферой наполниться. Кстати, вот тоже в телеграм-канале многие пишут: Катя, какая осень, у нас еще жара, солнце, а вот у нас, знаете, прошлую неделю, точнее вот эту неделю, прям было холодно. Вечером уже ходили в куртках, дети уже ходили в шапках, поэтому дуновение осени уже чувствуется, что осень приближается, по крайней мере, в нашем городе. Но я все-таки надеюсь, что лето еще нас порадует, порадует своей солнечной, теплой погодой, потому что вот эта вот осень-зима в нашем регионе занимает очень много времени, очень много месяцев, и хочется все-таки тепла и солнышко побольше. Ладно, дорогие, на сегодня буду свое видео заканчивать. Надеюсь, оно вам понравилось. Обязательно поддерживайте меня пальчиком вверх, подписывайтесь на мой канал и оставляйте ваши комментарии. Ну, а мы с вами увидимся совсем скоро. Всем пока-пока. И, кстати, обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там много интересного. Ссылочка будет в описании.